Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, сегодня у нас будет откат. Время еще раннее, но в 3 часа дня он должен у нас свершиться. И перед этим я, естественно, решил зайти, посмотреть, как обстоят дела. Не сбросили меня ли? Как видим, сбросили на 31 ранг. Поэтому сейчас подтянем свои позиции. Так, забираем тут наградочки. У нас 44 тысячи мутагена. Значит, мы с тобой можем еще и прокачать кого-нибудь по уровню. А это, естественно, крысиный король. Раз, два. Ну что, ребята, 70 уровень он получил. Наконец-то мы можем ему прокачать до... какой? Шестой ступени, да? Вот эти вот нашествия. Крысиный, так сказать, набег. Это мне уже нравится больше. Так, забираем с тобой награды. Пройти серию испытаний. Давай пробежимся быренько. У нас, кстати, переходящий с тобой момент. Мы называем переходящий момент тот, где мы переходим со старой, так скажем, локации на новую. Или можно даже не так сказать, а с первой на вторую. Потому что вторая — это как бы заключительная получается, да? Где будет поджидать нас Крэнк, который там недовольный, что-то опять там свою морду кривит. Ну что же, с этими ребятулями мы быстренько сейчас разбираемся. Давай сделаем так, раз. Шреддер клинки. Так, он и замедленный, он ничего вообще делать не может, прикинь. Добивает его, конечно же, Армагоша. Лео вырубает робота. Так, ну, Донни... смотри, как справился, ну, с двух атак. Ну и, естественно, выходит сам Шреддер. Тот самый классический Шреддер, который... у нас на 6-м канале транслировал дурную весть о том, что он захватит Манхэттен. Да-да, это именно он. На-ка тебе. Заблокировать не сделали мы блокировку, к сожалению. Так, супер. Супер Шреддер по нему бомбит. И что-то как-то не особо сильно, я бы сказал бы. Можно было бы, конечно, тройным ударом сделать. Но и так, в принципе, нормально. Все, он падает. Лео, естественно, его добивает. Да-да-да-да-да. Взгрустнул, упал. И все, ребят, и расплакался обычный Шреддер. Ну а мы с тобой здесь победили. И двигаемся, естественно, дальше. Так, сейчас мы с тобой сделаем ежедневки, как всегда. А потом пойдем добьем Лигу. Так, значит, нам нужно теперь сделать поиски. Поиски, поиски. Крысиный король. Да, друзья мои, сегодня понедельник, а это говорит о том, что в 3 часа дня мы с тобой набираем нужное количество мутагена. И очень-очень много людей почему-то попросило меня, ребята, прапать кого? Я думаю, многие догадались. Кто-то хотел Тимати, но потом в последние, как говорится, минуты передумывали. Осознавали, наконец-то, что нет у него массовых атак. И голосовали уже за Макмана. И я тебе скажу, что за Макмана больше голосов, чем за Крысиного Короля. Поэтому я не вижу тогда смысла его дальше качать. Надо нам подтягиваться к Макману. Так, ну что, давай начнем, наверное, с прокачки его массовой атаки. А это именно мусорный вихрь. И нам нужно найти 10 вот этих вот сундуков, ящиков с инструментами. Так, один уже есть. Второй нашли. Третий. Это очень круто. Четвертый. Пятый. Да подожди ты, не так. Пятый. Давай-давай, шестой. Седьмой. Восьмой. Ну, восьмой. И все. На восьми кончились у вас? Да вы серьезно, что ли? Ребят, ну хорош. Вот, девятый и последний. Давайте, пожалуйста, мне последний ящик, последний мне дайте с инструментом, что же вы. Вот, все, ребят, нашли. Прокачиваем его до второй ступени, этот мусорный вихрь. Замечательно. Так, и нам нужно будет его, естественно, прокачивать по уровню. Потому что до шестой ступени мы ему скиллы не прокачаем, не будь он на 70 уровне. Так что прокачка плавно переходит сюда. Ну и забираем с тобой, естественно, все награды здесь, которые успели сделать. 426 долларов это мало, я тебе сразу скажу. Так, где у нас... Подожди-ка, секундочку.
блин, и телепортов мало. Ладно, в любом случае мы с тобой должны попробовать найти. В прошлые разы, ну, ребята, я не знаю, просто какая-то неудача. Вообще не фартило ни шиша. Кружка. Опять Донателло выпал, да что ж ты будешь делать-то? Ай-яй-яй-яй-яй, неужели опять? Неужели опять не получится? Последние две попытки. И последняя. Нет. Не хотят они мне давать кожеголову, ребят. Хоть ты что здесь делай уже. Сколько попыток я сделал, ни в какую. Игра просто сопротивляется. Грустно, конечно, это понимать, осознавать, ребят, что вот так вот тебя просто кидают, не давая вообще никакого возможности и шанса даже заработать. Ну что же, а мы с тобой идем на турнирную арену, добиваемся с тобой первого места. Это, конечно, не обязательно делать, я тебе сразу скажу. Можно остаться и на этом месте, меня не скинут. Но дело принципа, просто хочется, ребята, быть именно на первом месте. Просто хочется. Так, ну что, погнали. Охо-хо-хо-хо, давай, Супер Шреддер, бомби. Даже не уронил, а? Ты посмотри, ну-ка, валунчиком. Бамс. Ну, совсем другое дело. Такс, ну что, двигаемся дальше. Сейчас у нас будет где-то там 15-я, наверное, да? Позиция где-нибудь такая. А, 25-я. Ну что же, мы это быстренько с тобой дело исправим. С 25-й позиции мы переместимся плавно. С 25-й, наверное, на 15-ю, скорее всего. Должно, по идее, получиться. Давай проверим. Вот они, хлопчики, стоят здесь. Ну давай, Усаги, делай свою супер-пупер-вертушку. Угу. И Леонардо тоже делает свою вертушку. И все, ребята, и они, в принципе, все погибают. Замечательно. И продвигаемся с тобой, конечно же, дальше. Какое дадут место мне? 15-е? 14-е. Получается, еще где-то два поединка нам нужно сыграть. Я возьму Ваню, возьму Бакстера, возьму Донни, Майки и Джастина. Они, по идее, должны здесь справиться. Так, Мэйки делает у нас уклонение, чтобы по нам не попали. Мимо. Так, это тоже делает уклонение. Ну что, Ванек, давай. Хорошо. И маузеры. Ай, красавчики вы мои. Все, ребят, мы разобрали вражескую команду. И, наверное, сейчас будет где-то 4-я, 5-я, 6-я позиция. Где-то так, в этих районах. 3-я даже. Ну и последний поединок, как ты уже догадался, да? У нас будет, берем Рафаэля, Железноголового, Зека, Рокзара и Сплинтера. Сплинтер здесь вообще, честно говоря, ни к силу, ни к городу. 71 уровень. Он в зоне риска. Начинает Зек. У него инициатива нормальная. Так, дальше мы берем, наверное... Нет, Рокзара в провокацию не будем брать. Но ушатать нам нужно с тобой Донни. А вот здесь я, наверное, все-таки возьму провокацию. Блин, вырубишь ты у меня Сплинтер или нет? Не получилось. Хотя, железноголовые ребята, да-да. А знаешь, почему они не успели все сходить? Потому что у них висело замедление, ребят. Именно оно, как говорится, нам и помогло. Ну что ты делаешь, супостат? Что ты делаешь? Правильно, Раф, правильно, так и надо ему. Тюх! Ничего себе, это, кстати, было очень-очень опасно, ребят. Так, Донни, по-моему, сюрики уже не использовал, да, еще? Ну-ка, попробуем вырубить его. Попади вначале. Ага, вот тебе и попади. Уклоняшка на нем мощная стоит, ребят. Блин, что делать-то? Апперкот возьмет его? Да, я в шоке, ребята. Рокзар, бери провокацию. Тут и железноголовый даже может провокацию взять.
твою налево. Угу. О, все, все, ребят, двоих убили. Прикинь, вот я тебе о чем говорю, что вот это вот уклонение, которое на них висит, все, это просто как беспомощно, ты ничего не можешь сделать. Почему Рафаэля я всегда в первую очередь уничтожаю? Ой, Рафаэля, Майки, Микеланджело, который вешает уклонение. Потому что почему-то я когда вешаю, несмотря на то, что у меня прокачано по фулке, они иногда могут попасть. Когда же их Микеланджело, ну я имею в виду вражеский, вешает, я вообще попасть не могу. Причем никакими, ни суперударами, ни вообще персонажи просто промахиваются. Это бесит. Но, тем не менее, ребята, первое место нам обеспечено. Да, последний поединок, конечно, меня, честно говоря, выбил из колеи. Нежданчик просто, просто нежданчик. Ох, ладно, давай тут обменяем. Так, здесь, наверное, тоже обменяем. Ну вот, как-то таким вот образом. В принципе, больше-то и делать нечего на самом деле. Будем, ребята, надеяться, что на этой неделе у нас будет какой-нибудь хороший персонаж. Я, кстати, всех поздравляю, кто накопил себе Острозуба. Как по мне, так он неплохой танк. Вот, если честно. Мне почему-то кажется, что он даже лучше Рокзара будет. Серьезно вам говорю. Но так как у меня Рокзар прокачан, на Острозуба просто не хватает времени. Так, Ванька, что-то у тебя тут слишком много этих. Надо тебе убрать. Все, да? Пока все. Ну что, остается нам ждать с вами 3 часов дня. Еще раз повторяю, ребята, я могу вырубиться, уснуть, потому что день с ночью потерял. Сегодня встал в 5 часов утра. Вот сижу, снимаю видосики. А к 3 часам дня могу вырубиться, просто прилечь отдохнуть и бумс, в глубокий сон. Не могу никак восстановиться, вот серьезно говорю. Не могу. Не могу восстановить свой режим, график часовой. Так что пока все, ребята. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.